Еще вчера эта рассада была в теплицах. Последнее время ее понемногу приучали к магаданским ветрам и туманам. А сегодня ее высаживают в открытый грунт. Хотя специалисты комбината зеленого хозяйства не уверены, что вся она приживется. По ночам еще морозно, по утрам ее не щадит туман, а днем изрядно обдувает северный ветер. Все же настала пора ей переезжать на клумбы. К тому же для оформления цветников используют наиболее подходящие к нашим климатическим условиям сорта растений. Ну, на данный момент на этой клумбе у нас ассортимент включает в собой 5 видов цветов. Календула 2 вида, маргаритка, цинерария, львиный зев 3 вида. И полуденника немножко тоже внесли, такой акцентик небольшой, яркие цветы полуденника. В сквере Победы сотрудники комбината работают со вторника. Растениеводы хотят в этом году поставить рекорд – уложиться на этой территории за 4 дня, затем перейти на другие общественные пространства. За сезон им предстоит высадить порядка 183 тысяч цветов. Планы в этот год большие, мы постараемся их все реализовать. Погода нам благоприятствует, хоть несмотря на то, что после отключения отопления все-таки похолодало. Для цветочков экстремальные довольно-таки температуры утром, туман вносит свои коррективы ежедневно, но пока высадка зеленых насаждений идет по плану. К дню города наш город заиграет новыми красивыми красками. Цветочная наша рассада будет радовать как наших горожан, так и гостей города, которые обязательно посетят нас на наш день рождения. По словам руководителя КЗХ, рассадой начали заниматься еще в феврале. В теплицах трудилось 5 человек. Сегодня на посадке их 11. Еще около 30 сотрудников оформляют и благоустраивают газоны. Сажают деревья и кустарники. Главное теперь, чтобы всю эту красоту не испортили сами горожане. Ежегодно, как отметил Алексей Гаврилов, растения вытаптывают, часто выкапывают и потом даже продают. Клумбы и цветники разрушают вандалы. Хотелось бы напомнить, что все это не просто безобидная шалость, а поступок, за который можно привлечь к административной ответственности. Анна Корнетова, Артем Булгару. Специально для Карибу.